Юнус, Юнус, ты вместо того, чтобы поднять выше, ты стоишь, болтаешь с ним. Добрый день, уважаемые телезрители. Начинаем трансляцию второго дня турнира Кубок КамАЗа. Встречаются команды «Строитель» в синей форме и команда «Лайк». Чугунов с мячом. Через дом. Сарваров. И неточная передача от Янусова. Команда «Лайк» будет вводить мяч за боковой. И первый удар в створ ворот. Угловой фиксирует рефери. Подача. Довольно сильная сейчас была подача. И Холкин будет вводить из-за боковой. Прощение Сарваров на Шакирова. Тимур, вот сюда. Ну как объяснить-то? Так. Да, вот здесь ищи. Зоны ищи. Вот сейчас сужай. Шакиров в центре поля. Отбирает мяч. Сарваров. Холкина накрывают сейчас, и команда «Лайк» бежит. Холкин, иди сюда, Холкин. Угловой. Вместо Холкина на поле появляется Миронов. Давай. Справа, давай. Тихо, давай. Гатиатуллин, давай. Замена. Тихонов Холкин, появляется. Такое чувство огромное, то, что ты сейчас принесешь, понимаешь? Огромное. Тебя колотит. Подача. И Шакиров. Тихонов. Хороший перевод на Сарварова. Сарваров передачу в центр. Обстучали сейчас в стенку. Шакировым. Сарваров. Шакиров на Чугунова. Тихонов. Удар. В ближней девятке. Сейчас вратарь команды «Лайк» фиксирует мяч. Чугунов. Шакиров хорошо увидел Тихонова. Удар. Юнусов. Опасно сейчас. Фиксирует рефери опасную игру со стороны команды «Лайк». Юнусов делает передачу на Тихонова. Тихонов заброс на Шакирова. Успевает Виталий. Поправил все-таки момент защитник. Тихонов с мячом. Доходит передача до Шакирова. И очередной удар. Вратарь парирует. Заброс. Чугунов первый на мяче. Шакиров сейчас очень высоко прессингует. Нуждает ошибаться игроков команды «Лайк». И удар с лету. Рядом с крестовиной сейчас мяч пролетает.
Чугунов грудью. Здорово. Неточная передача с Родиона. И опять Шакиров. Шакиров в центре сегодня. Делает погоду. Везде успевает. Виталий. Аут. Польская команда. Строитель. Наборщиков Дмитрий появляется на поле. Будет водить сейчас Дмитрий мяч из-за боковой. Аут. Польская команда. Лайк. Удар. Это уже был более опасный момент, более опасный удар. Замена в команде синих. Передача на Наборщикова. Наборщиков убегает. Делает передачу. Довольно-таки высокий вратарь у команды Лайк. Длинные руки. Успевает он все-таки сгруппироваться и перехватить эту передачу. Напоминаю, мы сегодня играем в Серебряной лиге. Аут. Маштаков появляется на поле вместо Сарварова. Янусов. Маштаков по левому флангу. Ищет продолжение. Перевод в центр. Команда Лайк бежит в контратаку. Пока довольно-таки равная игра команд. Пытается команда Лайк прессинговать. Наборщиков здорово первый на мяче. Чугунов. Играть. И команда Лайк открывает сейчас счет в матче. Счет становится 1-0. То есть команда Лайк. Красивым дриблингом сейчас с финтом. Игрок команды Лайк обыграл защиту строителя. Наборщиков сейчас мячом. Хороший диагональный перевод сейчас исполняет команда Лайк. Чугунов здорово корпусом отодвигает соперника. Наборщиков Дмитрий будет вводить. Вместо Маштакова на поле появляется Сарваров. Главой в пользу команды Лайк.
вместо Шакирова на Италии на поезд появляется Гатаулин Ильяс. Сарваров ищет продолжение. Гатаулин. Хороший выход. Через пас. Не наборчик с Гатаулиным. Прессингует сейчас. Холкин появляется на поле. У нас маленькая пауза. Вернуть мяч. Можно играть, показывает рефери. Сарваров сам упал. Гатаулин сейчас воспользовался ошибкой. Удар. Близок был Ильяс сейчас. Там, чтобы сравнять счет. Борисов появляется на поле. Вот, Ренат фолит сейчас за подножку. Юнусов. Хорош сейф все сделает Юнусов. Из девятки вытаскивает мяч. Кульбарисов здорово перехватывает. Чугунов. Контроль мяча. Гатаулин. Хорошая передача. Не добегает сейчас Кульбарисов. Защитник его. И Ренат уже на эмоциях. Цепляет защитника за футболку. Чугунов. Удар. Юнус на месте сейчас. Шакиров появился на поле вместо Гатаулина. И сразу Виталий вступает в бой. Через дом сейчас команда Лайк играет, но рефери ранее зафиксировал. Аут. Вместо Чугунова появляется Миронов. Шакиров сейчас ошибается. Скидка под удар, и Шакиров на себя принимает сейчас удар. Еще один удар. Холкин на себя уже принимает. Довольно-таки мужественно сейчас наши ребята встают на пути полета мяча. Сейчас.
Отворот. Шакиров. Неточная передача на Кульбарисова. Хороший выход команда показала из своей половины поля. Борис. Останавливает судья. У нас там маленькая потасовка. Наш маленький Ренатик не дает себя в обиду. Может постоять за себя. Стужать. Посадили Кульбарисова. Остыть. Наборчик появляется. Холкин. Ошибается сейчас Холкин. Позволяет наносить удар. Шакиров переводит игру вал. Опять 13 номер. Пристреливается он все к воротам. Но пока очень сильно неточно он наносит удары. Слабовато получилось. Ну, по-моему, подножка была. Рефи показывает, что в пределах правил выбивали мяч с под ног Шакирова. Сарвара фаул будет вводить. Ой, Шакиров ловит сейчас вратаря на ошибке. И прямо с ленты ворот сейчас защитник выбивает мяч на угловой. Не выключился сейчас Виталий отлично из эпизода. Подловил вратаря. Свисток, обозначающий окончание первого тайма. Напоминаю, что по-прежнему 1-0. Thank you.
Они на Оранже играют. Они с 11-м, 12-м годом играют. Начался второй тайм. У нас, к сожалению, Катя Атулин покидает поле. Видимо, травма. И стартовый состав пока у нас. Холкин, Сарваров, Чугунов, Наборщиков, Шакиров. В воротах Зуев Артур появился. Наборщиков. Проиграл славу и борьбу Дмитрий. Дар. Зуев. Все как в книжке. Здорово. Артур вышел, сократил угол обстрела и забрал себе мяч. Главой будет сейчас. Давай, команда Лайк. Наборщиков убегает Дмитрий. Казалось мне маленький, что судья все-таки зафиксировал то, что Дмитрия хватали сейчас за майку. Зуев, здорово. А Шакирова. И Шакиров с Наборщиком сейчас в центре. Убегает Дима, молодец. Делает прострел. Делал передачу на Сарварова. Опять опасная игра со стороны команды Лайк. Наборщиков убегает. Сейчас Дима. Перевод на Сарварова. Сарваров. Поздно сейчас Сарваров стартанул. Не смог Шакиров все зацепиться. И команда Лайк бежит в контратаку. Зуев! В последний момент сейчас Артур дотягивается, перехватывает мяч. Кульбарис появляется на поле в команде «Строитель». Маштаков появился вместо Наборщикова.
Опять Кульбарисову делают рефери замечания. Это подкат сзади. Подача в штрафную. И там Зуев спокойно забирает мяч. Шакиров. Убегает сейчас Шакиров. Напрашивалась передача на Кульбарисова. Команда Лайк убегает в контратаку. Удар. Штанга. Опасный момент сейчас. Могли подловить наших ребят. Команда Лайк на контратаке. Но штанга играет за Зуева. Опять. И 2-0 становится в матче. Оставили одного игрока команды Лайк. Ворот быстро Зуев разыгрывает на Чугунова. Дальше Маштаков. Поднимает сейчас голову Даниил. Пробегает. Он еще таранит просто свою бровку. Шакиров подключается, но это откровенный толчок уже. И рефери фиксирует нарушение в пользу команды «Строитель». Таков, не точно. Сейчас отправляют Чугунова в забег. Удар! И счет в матче становится 3-0. Дальний угол от Зуева. Сейчас мяч попадает. Ну что, расклеилась команда «Строитель» уже. Неточные передачи. Начали спускать брак. И вратарь. Дальний удар. Зуев на месте. Таков на ампольно появляется наборщиков. И Холкин появляется на поле. Шакиров. Хорошая передача на Гатаулина. А, вот в пользу команды «Строитель». Сейчас подстраховал. Come on.
пару. Сейчас будет в разыгрыш команда «Строитель». Холд сейчас мячом. Сарваров. Можно играть. В пределах правил корпусом играла сейчас команда «Лайк». Наборщиков. Зарабатывает аут сейчас мимо. Сарваров сейчас переводит в центр на Шакирова. Шакиров разворачивается. Зуев. Наборщиков. Остается играть 8-минутном. Знаю, счет по-прежнему 3-0 в пользу команды «Лайк». Как-то неуверенно рефери дает свисток. Удар, перекладина сейчас без подготовки. Игрок «Лайка» наносил удар. Не готов был Зуев. Все-таки поставить. Успел руку, но мяч попал в перекладину. Главой в пользу команды «Лайк». Дача. Сарваров опять неточная передача. Бороться. Холкин сейчас прерывает передачу. Как на лыжном слаломе сейчас игрок команды «Лайк». Сквозь нашу защиту прокатился. Опять команда «Лайк» в атаке. Шакиров выцарапал сейчас мяч. Передача на Сарварова. Переходит мяч к команде «Лайк». Попытка опять дальнего удара, не точно. Остается около 5 минут. На исправление положения просит Зуев своих игроков выходить вперед. Сейчас
стык ногами друг в друга влетели игроки. Шакиров заброс. Борщикова. Вместо Шакирова на поле появляется Куль Борисов. Сарваров прерывает передачу на Кульбарисова. Пытался Ренатов перевести на Наборщикова, но прервали эту передачу. Главой в пользу команды «Лайк». Подача и штанга. Прошла сейчас сквозная передача сквозь штрафную, и игрок «Лайк» попадает в штангу. Маштаков появляется на поле. Маштаков получается по ногам. Здесь можно было и не пожалеть желтую карточку за такую игру. На месте страхует своего партнера. Еще раз Чугунов. Борис ищет продолжение. Находит Сарварова. Маштаков пытается сделать передачу штрафную. И пошли последние секунды матча. Ошибаются сейчас в передаче Миронов. И звучит финальный свисток. Матч окончен.